Привет, с вами я, Маву. Сегодня я вам расскажу подробно, почему Бузову украли. На просторах соцсетей вышла информация и выложили видео грязного ПШ, то что Бузову похитили. По видео мы видим то, что Бузова идет с пиар-менеджером или помощником, я так и не мог разобраться, кто это. Я знаю, что это мужчина зовут Эмир. И они идут. Видно на улице ночь, под утро. И стоит машина. И человек неожиданно включил камеру. Все думают. Вот, включил камеру, как идет Бузова. Потом подъезжает машина. Вот так, подъезжает машина. И видим то, что Бузова испугался. Потом убегает два типа. Можем обратить на видео, то, что тип улыбается. Значит, это было либо съемка специального ролика из нового клипа. Всем спасибо, что посмотрели мой ролик. Ставим лайки, подписываемся на канал.